А мизанетки. Мы не раз слышали, что предупредить болезнь гораздо проще, чем ее лечить. Профилактика гриппа и простуды в осенне-весенний период поможет не только избежать осложнений, которые влечет за собой наступление болезни, но и позволит вам не пропустить важные события вашей жизни. Хорошей профилактикой простуды и других вирусных заболеваний является препарат Амизон. Основной принцип действия Амизона заключается в побуждении организма к выработке собственного интерферона, способного противостоять разнообразным вирусным инфекциям. Амизон также обладает анальгетическим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектом. Благодаря своей многонаправленности Амизон может быть использован как лечащее или вспомогательное средство при лечении гриппа и ОРВИ, инфекционного мононуклеоза, кори, краснухи, ветряной оспы, филиноза, вирусных, вирусно-бактериальных и бактериальных пневмоний, ангин, кожно-суставной формы эризипилоида, менингита и менингоэнцефалита вирусной этиологии, герпетической инфекции, гепатитов А и Е, болевых синдромов при остеохондрозе, грыжах межпозвоночных дисков, артритов, невралгий. Препарат Амизон разрешен к применению у детей старше 6 лет. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.